Всем привет, девчоночки! Я рада вас видеть на своем канале, где я худею с большого веса. И сегодня вот я покажу вам тарелочки еще. Подойду поближе. Покажу тарелочки, посмотрите, тарелки все правильные. Но я не загоняюсь, как вы загоняюсь. Я считаю просто чисто для себя, вам просто говорю. А загоняться насчет подсчета, расчета и все прочее, все равно контролировать надо. Но раньше, говорю, когда я начинала свой канал, я только слышала в комментариях: вам нужно считать калории, вам нужно считать калории. Теперь мне пишут все наоборот: вам не надо загоняться считать подсчетом калорий. Девочки, ну я буду делать так, как я хочу. Где-то буду считать, где-то не буду считать. Ну, это мое такое видение, мое такое похудение. Я все понимаю, вы все хотите мне помочь. Ну, как говорится, спасибо огромное. Я все читаю, прислушиваюсь, делаю и стараюсь делать, чтобы похудеть. Потому что я хочу похудеть, я не хочу толстеть. Мне уже вот даже вот эта вот форма вот нравится мне. Вот какая я есть, мне это уже нравится. И вот какая я была, я не хочу такой уже быть, понимаете? И даже если вес остановится, а потом будет вдруг набираться, я не хочу набирать. Мне даже комфортнее уже вот сейчас становится. А если я еще сброшу, у меня вообще будет красота. У меня, как говорится, крылья сзади будут запасные. Ну, в общем, смотрите мои правильные тарелки. И до новых видео. Вот у меня растет мандарин. Правда, мандарины еще я не видела ни разу. Хочу вам показать. На улице стоял летом, теперь занесли домой. Так что, девчонки, давайте смотреть тарелки. Так, девочки, это у меня завтрак. Сырники вчерашние с бананчиком. 120 грамм. Яичко вареное 55 грамм. Огуречек 20 грамм, помидор 30 грамм, ягоды там 200 грамм, 20 грамм, 15 грамм ягодки и сыр, 40 грамм сыра. Кофе у меня с корицей и с кардамоном. Ну, вот такой завтрак у меня составляет 388 килокалорий. Полностью весь мой завтрак. Так, 23 белка, 7 жира и 18 углеводов. Всем приятного аппетита. Вкусно завтракайте, пейте кофе, напитки. И до обеда. Девочки, это у меня обед. На обед у меня вот вчерашний салат из булгура с овощами, еще овощи и курочка. 100 грамм куриной грудки в соевом соусе. Это 112 килокалорий. Итак, на перекус яблочко вот я положила. Большое яблочко здесь 220 с чем-то грамм. Но это 150 калорий всего лишь. И цикорий с молоком. Без сахара, без всего. Так, будет у меня, значит, калорийность моего обеда. Это 328 килокалорий. Потому что 150 грамм салата, 100 грамм курицы и еще овощей по 30 грамм. Всем приятного аппетита! На ужин у меня рыбные котлеты. В них добавлено творог и отруби. Пшеничные и овсяные отрубя. И вот такие две котлеточки классные получились. Не смотрите, они жарились, да, на сковородке, но потом водички. Сначала чуть-чуть прям прижарились, потом водички. И они протушились. Кусочек брынзы 30 грамм я добавила сюда. Авокадо, огурчик, помидорчик, перчик болгарский. Чай. Зеленый чай здесь у меня.
Так, калорийность моего ужина составляет, где я сейчас найду, записывала, в общем, 330 килокалорий. Вот, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии и до новых видео.